Заместитель премьер-министра Молдовы Олег Серебрин выразил обеспокоенность возможным вторжением Российской Федерации в его страну. В Молдове растет напряжение вокруг возможного вторжения российских войск, особенно на волне фейковых сообщений о минировании в стране и заявлений представителей непризнанного Приднестровья о желании войти в состав России. Он рассказал изданию «Таймс», что это подозрительный сигнал. По словам Серебрина, идея о якобы независимости Приднестровья давняя, но о том, что представители непризнанной республики желают присоединиться к России, он слышит впервые. И это может быть прелюдией к вторжению российских сил в Молдову. Олег Серебрин подчеркнул, что страна примет все меры, чтобы избежать конфликта, но ситуация зависит не только от Кишинева. Отметим, что 22 июля, так называемый министр иностранных дел Приднестровья, пообщался с российскими пропагандистами и заявил, что республика будет добиваться своей независимости, а затем хочет присоединиться к России. Это совпало с волной фейковых минирований в Молдове. Больше новостей у нас на сайте. Спасибо за просмотр, лайк и подписку.